Сотрудники Одинцовского управления МВД помогли организовать для старшеклассников Лесногородской школы урок на тему противодействия коррупции. Вместе с директором учебного заведения они представили презентацию, поясняющую суть явления в его различных видах. Спикеры рассказали и привели примеры из практики, в чем опасность коррупции для общества, а также о том, какие меры принимают органы внутренних дел для борьбы с ней. В завершение встречи старшеклассники смогли задать свои вопросы.